На прошлой неделе в районе, а именно в Кашхабском сельском поселении, были проведены работы по закладке нового пастбища под руководством главы крестьянско-фермерского хозяйства Алия Коблева. По инициативе районной администрации было принято решение на данном участке провести заложение пастбища. Значит, на сегодняшний день площадь этого участка составляет около 60 гектаров. Данное мероприятие проводится силами индивидуального предпринимателя, главы КФХ Коблевым Али Айсовичем. Инициативу районной администрации поддержал фермер Али Коблев. Из собственных средств фермер закупил тонну семенного материала, специально предназначенного для пастбища. Перед посевом разнотравья провели обработку почвы. Подсев травы был произведен на площади 60 гектаров. Это все делается по инициативе районного руководства в связи с тем, что поголовье скота, крупного рогатого скота, увеличилось в ауле, они попросили нас заложить вот это поле. Сейчас идет заложение этого участка под пастбище, 50 гектаров будем засевать. Уже гектаров 25 мы засели, осталось половина. Это разнотравье, три сорта трав разных, которые специально предназначены для выгона скота, именно для пастбища. Не для сенокоса, а для пастбища мы привезли. Надеюсь, что всходы появятся уже скоро, говорит фермер. Ну а самое главное, не запускать в этом году скот, который вместе с корнем может уничтожить молодые ростки. Если люди, которые здесь рядом живут, выгоняют свой скот на пастбище, очень большая просьба, столько денег, столько труда вложено в это, чтобы они придержали скот в этом году, хотя бы на 3 месяца, пока взойдет, корни пустит, она это ни в коем случае нельзя стадо выгонять на это поле. Вот это просьба ко всем жителям аула, большая просьба. Еще раз повторяю, столько средств вложено в это дело, но немножко надо поаккуратнее быть. Поступок Алия Коблева можно считать примером для всех фермеров района.